семена редиса корун дадут урожай уже через 23 суток после появления ростков. Красные корнеплоды с плотной сочной мякотью станут отличным ингредиентом для салата, холодного супа или овощной нарезки. Даже если вы не успеете собрать урожай в положенный срок, округлые плоды не растрескаются, а мякоть не станет дряблой и не потеряет вкус. Редис корунд – это травянистые. Лист растения по форме округлый. Весной листва по цвету желтовато-зеленая. Редис корунд имеет ранее спелый срок созревания. Урожайность редиса корунд составляет 3,5 кг. Плоды имеют массу 15 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода красная. Мякоть сочная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.